este rincón donde tú y yo una y mil. Сантьяго, неужели мы действительно поженимся? Правда? Поженимся? Да, поженимся. Ты ведь именно этого хотела? Да, любимый, именно этого. Только ты мне и нужен. Один в целом мире. Вот увидишь, мы поженимся и станем самыми счастливыми людьми на свете. Ты никогда не пожалеешь, что женился на мне. Все дурные воспоминания развеются, как сон. Обещаю. Клянусь тебе, ты ни на секунду не вспомнишь о Марии Селесте. Погоди-ка, Ирания. Кажется, ты чего-то не понимаешь. Если я решил жениться на тебе, то только из-за ребенка, которого ты ждешь. Чтобы дать ему свое имя и опору в этой жизни. Да чего же ты добр? И благороден, Сантьяго. Нет, ни о каком благородстве речь не идет. Я просто выполняю свой долг. А как же мы? Ты и я? У нас отношения будут уважительные. Возможно, даже дружеские. А как же любовь? Ее никогда не было между нами. И никогда не будет. Во всяком случае, с моей стороны. Может, твоей и нет, а с моей есть? Конечно, я говорю только о себе. Может, я кажусь слишком жестким, но, возможно, даже жестоким. Ты согласна на наш брак на этих условиях? Согласна. Октавия, угощайся. Угощайтесь. Это важная минута в моей жизни. Вы даже не представляете себе, насколько важная, как велика радость, переполняющая меня сейчас. За жениха и невесту. За их счастье на долгие годы. Вы правы, Дон Патрисио, за вечное счастье, за нежность, за все самое прекрасное. И самое главное, за детей, за любовь. Вы только посмотрите, до чего красивая пара. И как они любят друг друга, это же всякому видно, как они счастливы. Предлагаю поднять бокалы за любовь и пожелать им много-много здоровья. Твое здоровье, Сантьяго. Твое здоровье. Кажется, ты решил играть по правилам Тиберио, Сантьяго. В чем дело? Тебя волнует свадьба или еще что-то? Извини, крестный. Я задумался. Теперь-то ты меня слышишь? Что происходит? Дела. Какие еще дела? Те, ради которых ты ездил в деревню? Твоя мать передала мне, что возникли сложности с отцовской землей. Вообще-то странно. Мне казалось, что Родриго ничего вам не оставил. Но, видимо, я ошибался. Так в этом все дело. Потому что если нет, я буду вынужден искать другую причину твоих поездок. И мне остается только предположить, что на самом деле ты ездил в надежде найти Марию Селесту. Разве не так? Да. Я пытался найти ее. И тебе не стыдно в этом мне признаваться? Выходит, эта пташка все еще интересует тебя. Тогда какова же роль моей бедной внучки? Все в порядке. Все на своих местах. Все именно так, как хотели вы и моя мать. Не беспокойся. Это была поездка в один конец. Без обратного билета. Туман рассеялся, наваждение прошло, и я, наконец, проснулся. Шах. Даже слез больше нет. Осталась только пустота и боль. Прошу тебя, уходи.
Уходи отсюда. Может, найдется другая, которой будет нужна твоя любовь. Прошу тебя, уйди из моей жизни. И никогда, слышишь, никогда больше не возвращайся. Послушай, Перейра, делай, что хочешь. Мне все равно. Ну и отлично, Аскуро. Рад за тебя, что при всех твоих проблемах головы ты, по крайней мере, не потерял. Я ведь понимаю, это нелегко. Все сразу. Свадьба, молодая жена, ребенок. Но тебе грех расстраиваться. Все счастливые билеты твои. Извините. Привет, дорогой, как дела? Я зашла спросить, может, мы вместе съездим и купим все необходимое для ребенка? Одежду, мебель. Так хочется, чтобы все было готово заранее. Чувствуешь? Ты его чувствуешь, Сантьяго? Это твой сын. Так что поедем. А вот и я. Андрес, ты здесь? А меня никто не предупредил. Это я просил ничего тебе не говорить. Хотела сделать сюрприз, если только я тебе не помешал. Еще как помешал. Помешал пропасть от тоски. Ничего, старик, есть у меня одно средство. Какое? Давай организуем мальчишник. Как тебе мысль? Мне теперь не до шуток. Да я серьезно, какие могут быть шутки? Хорошо, выскажусь с учетом твоего душевного состояния. Давай организуем похороны твоей холостецкой свободы. Так лучше? Ну ладно. Уговорил. А потом за работу. Полный вперед. Donde tú